Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Владимирович. Рада знакомству с вами. Присаживайтесь, пожалуйста. Начнем с повода, из-за которого вы оказались в Кишиневе. Я так поняла, вы приехали на мероприятие, посвященное 72-й годовщине Ясско-Кишиневской операции. Вы знаете, у нас официальные власти не такое внимание уделяют вот этому событию. Не только в этом году, но и с года в год. А у вас, я знаю, сейчас предвыборная кампания, вот вы приезжаете. Почему это, эти события для вас так важны? Я сейчас скажу. Это позиция, прежде всего, как патриота, патриота прежде всего России, да, о том, что, вы знаете, война тихонько стучится в наш дом, и стучится она даже, наверное, не совсем тихонько, очень громко стучится на Украине. И одна из основных оружий наших врагов – это уничтожение исторической памяти. Устранение памяти тех народов, которые воевали вместе, устранение памяти того, кто и кого победил, кто с кем воевал. И поэтому для меня, как человека, который работает в комитете по делам СНГ, да, то есть именно я осознанно пришел в этот комитет, и так как в рамках этого комитета я был, ну, на всех, так сказать, конфликтах, которые сегодня есть на бывшем постсоветском пространстве. Да, я знаю, Донбасс вы ездили на выборы, да? Да, я видел, как работают западные спецслужбы, я видел, как это все развивалось на Украине, то есть когда переписывались учебники истории, когда пропадали красные звезды с братских могил в момент реконструкции, да. Когда вот это делалось, навязывалось, что это был не День Победы, а День Европы, что вся вот Европа пересорилась, вот все перевоевали, и давайте не радоваться, а скорбить вот такому большому скорбному событию. Ну, может, они там и пересорились, но к нам они пришли с войной, и мы их победили. Да? И для нас это День Победы, это объединяющее начало. Убивая День Победы среди нас, да, то, что было, а прежде всего у молодежи, которая сейчас начинает уже не помнить своего родства за счет государственной политики, за счет выписывания это из учебников, да, мы приведем к тому, что война придет в наш дом. И я вот это говорил на круглом столе, я сюда прилетел прежде всего на круглый стол по 72-й годовщине Ясно-Кишиневской операции, да, и одна из моих речей была она для молодежи, что, ребят, если вы не будете помнить, кто и за кого, почему на протяжении столетий Россия и Молдова тянулись друг к другу, да, на чем это было связано, сколько раз мы плечом к плечу проливали крови, защищая дома друг друга. И сколько молдаван погибло в битве за Сталинград, сколько молдаван погибло под Москвой, да? Ведь они когда защищали Москву, они ведь защищали Кишинев. А сколько русских погибло здесь, в Молдавии, да? И вот это, вот, знаете, уионистская политика о том, что вот мы, румыны, братья. Я в одной из поездок в Молдавию общался со стариками. И одна бабушка, которая очень хорошо помнит тот период, помнит полицейских, которые были румынские. Да. Румынские полицейские были, если уж вы братья, вы один народ, зачем здесь были румынские полицейские, которые контролировали каждую деревню? И бабушка очень хорошо сказала, говорит, сынок, мы, говорит, помним этих полицаев, насколько они себя подло вели, насколько они у нас все отбирали, насколько они нас унижали. Были мы под румынами, второго раза не хотим. И это было очень откровенный такой разговор этой бабушки, вот. А молодежь ведь ее прельщают, там, да, прельщают каким-то блеском, да, прельщают какими-то евроценностями, евросвободами. Не понимая, да, вот я был на Донбассе, ведь там народ ошарашенный. Ведь жители Донбасса, донбасская школа, ничем не отличается от школы молдавской или от школы там, в Ростове-на-Дону там, или в каком-то поселке Ростове-на-Дону. Все одинаково. Одинаковый учитель, одинаковые директора, одинаковые дети. Вот народ на Донбассе, он просто ошарашен. Я когда был первый раз наблюдателем на Донбассе, да, было очень важно, вот в момент, когда звучали взрывы, узаконить власть Донбасса, чтобы появился предмет переговоров, появилась сторона. Да, то есть, потому что это было большое количество ополчения, но не было стороны. Нужен был официальный представитель этой территории. И я заходил в школу. Вот представьте, нас там охраняло, охранял спецназ, да, местный. Там, все, и ты вот едешь, это вокруг пулеметы, все. Ты подъезжаешь к школе, где идут выборы, там уже охраняют ополченцы. Обычные мужики-шахтеры, все напряжены. У всех пальцы на спусковых крючках. И я захожу в школу, а внутри школы идет детский праздник. Ну, как всегда на выборах. И я вот был настолько ошарашен, потому что, а ведь детям же тоже хочется. Они вот пошили эти платьица, да, они ходили в эти детские кружки. Они всегда на выборах там, ну, плясали на этих выборных участках и так далее. И получается, что вокруг такое напряжение, вот эти взрослые мужчины с автоматами и эти дети, которые танцуют, но это было ужасное зрелище. То есть и учителя хватают за рукав и говорят, Россия, остановите, почему стреляют в наш дом? Вы же большие, вы же сильные, да? А что ты можешь... Давайте прервемся. Здравствуйте. Мне кофе есть, можно американо? Да.
А мне капучино. Спасибо. Я вас слушаю. Я понимаю, почему вы говорите в том числе и об Украине. Вы знаете, что вот меня, не знаю, ну, удивляет? Это то, что вот и там, и у нас, пожалуй, власть добровольно отказывается от титула, да, страны-победителя фашизма. Вот так. Они не добровольно. Вы знаете, марионеточное руководство. Да, да, я думаю, все-таки это политика. Это политика, это, да. Политика. Это политика жесткого навязывания Западом, да, то есть. И проблема в чем? Вот, допустим, посмотрите, какие страны постсоветского пространства живут хорошо, да. Ну, я имею в виду относительно хорошо, да, то есть, ну, относительно России, допустим, да. Вот Молдавия в Советском Союзе жила на 30% лучше России. То есть каждый молдаванин, то есть по ВВП, сколько на него тратили, на 30% лучше жил, чем россияне. Сегодня молдаванин живет в 5 раз беднее россиянин, 5 раз по внутреннему ВВП. Да? Казахстан и Белоруссия приблизительно в одних цифрах. Да? Казахстан почти рубль в рубль, ну, белорусы чуть-чуть поменьше. Да? Но это те президенты, которые не продали свои народы. Те президенты, которые жестко остались на отстаивании интересов. Да? То есть никто не говорит о каких-то вкладах Назарбаева, никто не говорит о вкладах Лукашенко там, или Путина. Да? Ведь проблема в том, что когда президент продажный, я считаю, что 4 украинских президента подряд были продажны, они начинают торговать родиной. То есть они воруют миллиарды, их берут в заложники. Это вообще принцип американской политики. И потом им начинают манипулировать. Мягко, красиво. То есть говорят, так, учебники истории перепишем. Запретим русский язык на Украине. Да? Ну как в школах Донбасса, в территории, которая вообще не понимает никакого другого языка, кроме русского, за год до ухода Януковича был полный запрет. Это ведь он позиционировался как друг России. Полный запрет русского языка. И это правда. То есть я разговаривал с учителями, с директорами школы, они говорят, да, у нас был полный запрет преподавания на русском языке, и это случилось за год до свержения Януковича. То есть все эти события были предсказуемы. Вот. И, конечно, спецслужбы, работая над этим, да, то есть вот то же самое происходит с вашим Ворониным. То есть ведь Россия сколько дала ему денег? Сколько дала денег Молдавии? Я, если вот вы заговорили о Воронине, то я позволю себе даже зачитать ваше высказывание. Потому что оно у нас произвело такой эффект, знаете, я бы сказала, такой поразительный. Россия вскормила господина Воронина и коммунистов. Дали Воронину огромные деньги на газификацию, на те или иные экономические пакеты. В результате он украл часть этих денег, вывез их за границу при помощи своего сына или других структур. Это к тому, что, знаете как, вот вы заговорили о Воронине, понимаете как, ну, Россия тоже его выделяла в свое время. Да. То есть, получается, Россия тоже должна была думать, как, грубо говоря, на кого ставить. Вы знаете, ведь мы же вышли из 90-х годов, это и Путин сказал в своем интервью, да, то есть мы даже тогда не думали, что такое геополитика. Мы побежали целоваться с американцами, с европейскими ценностями, да, то есть Европы. А оказалось, что все не так радужно, как нам правда это казалось. Да? Если мы возьмем конкретно о Воронине, да, то есть, конечно, для нас, для России сегодня одна из тяжелейших проблем – это Приднестровье. Да. Да, там огромное количество российских граждан сегодня, да, которые находятся между Украиной и Молдавией. Хорошо, что Молдавия очень дружественно настроена к России, но не правительство Молдавии. Да, то есть, ну, и вот мы сегодня находимся на этой границе, что правительство бы и радо забойкотировать Приднестровье, да, но понимает, что, может быть, народ Молдавии не понять сегодня всех этих вопросов. Да, и вот пока мы находимся в пограничной этой ситуации, слава богу, Приднестровье не блокировано. Но мы понимаем, что из этого... Мне кажется, вы несколько ошибаетесь. Мне кажется, что здесь не в том причина, что боится, что народ относится. Дело в том, что получают, скорее всего, какие-то указания с Запада, от Соединенных Нет, Штатов. Нет, я имею в виду, что они пока не идут на полную блокаду Приднестровья. Ну да, да, именно не идут, потому что не дана боятся. Команда. Нет, не дана команда, потому что нет. Дать можно команду и получить свержение правительства тем же самым молдавским народом. То есть команда любая, она же должна быть просчитана, все ее последствия этой команды. Да? То есть вот сегодня на эту команду пока боятся идти. То есть я уверен, что они бы с удовольствием пошли на эту команду прямо сейчас, если бы они понимали, что конечный итог, ведь команда данная и исполнение этой команды не одно и то же. Да? Вот. Россия находится в этом Приднестровском капкане. Из этого Приднестровского капкана, конечно, надо выбираться. Для России самый выгодный исход ситуации, притом для Молдавии этот исход ситуации значительно более выгодный, чем для России, это объединение Молдавии на условиях федерации.
Есть Соединенные Штаты Америки, которые Соединенные Штаты Америки, где в каждом штате свои законы, некоторые отличающиеся друг от друга геометрально. Ну, к примеру, есть штаты, где разрешены наркотики, а есть штаты, где наркотики категорически. Ну да, мы знаем, есть свои законы у каждого штата. Да. Именно на этих условиях сегодня и существуют Соединенные Штаты, именно на этих условиях они объединились. Да? И законы юга, и законы севера очень принципиально отличаются друг от друга. Да? Есть федеративная Германия, вот, есть Англия, которая тоже имеет свои разные, да, то есть законы и разные территории. Почему Молдавии так не поступить? А я вам объясню почему. Потому что, прежде всего, власть в этом объединении не заинтересована. Ну, как вы себе представляете? Это даже не я говорю, да? Это одна из теорий, и я ей верю. Как вы себе представляете, чтобы вот Молдова стала единым таким избирательным, да, у нас центром, и чтобы приднестровцы приняли участие? Конечно. Как вы думаете, они будут голосовать за пророссийские партии или за прозападные? Конечно. За пророссийские, да? То есть получается, что есть большой риск им просто к власти еще раз не прийти. Вот да. Ну тогда признавайте Приднестровье, да, и пусть оно будет свободным государством, да, потому что именно, именно признание, в принципе, видите, этот Гордеев узел легко разрубится, если Молдавия признает Приднестровье. Тогда его признают все автоматически, да, то есть вот. Но так же тоже никто не хочет, да? Нет, не хотят так. Так тоже не хотят. И так не хотят. Да, и поэтому сегодня народ Приднестровья у нас находится вот в таком заложнике, а самое главное, вместе находится Россия. Да, то есть, и, конечно, сегодня Америке, то есть очень выгодно держать этот один из таких вот узлов напряжения, да, который совершенно непонятно, куда выйдет. И вот этот план Козака знаменитый, да, конечно, он был выгоден, прежде всего, Молдавии. Это объединение, это экономическое процветание, это открытие границ для Молдавии на территорию России, да? Это решение получения огромных денег от России, да? То есть Россия еще за все это готова была заплатить. Вообще абсурд ситуации в том, что Россия готова была заплатить за объединение Молдавии. Да? То есть вот, по идее, ну, вот куда более выгодную сделку еще предлагала Россия. Да? Объединитесь, да? То есть, вот, мы вам на это дадим денег и все остальное. А получилось все да наоборот. Путин в это верил. Путин много раз здесь бывал, да, то есть я знаю, что даже вот я был в месте, где готовили специальный банкетный зал для встречи Путина, да, то есть... Ну, тогда, да. Да, потому что... Подготовка уже была практически даже завершена к тому моменту. Да, то есть и никто не ожидал, что он будет нанесен такой удар, да, который, в принципе, был нанесен и по всем остальным, то есть ведь правит они очень просто, да, то есть если есть незаконно добытые деньги, тебя берут в заложники, тебя сажают либо в тюрьму, либо предупреждают, и не только заберут деньги, заберут свободу. Заберут свободу там по европейским, по американским законам на десятки лет. И это очень серьезно. И я уверен, что именно американцы надавили на господина Воронина, вот, угрожая свободой его сына, угрожая отбором его капиталов, ну, поставив ему фактически ультиматум. Да? То есть, и он выбирал, да, то есть между дружбой с Россией, либо личной свободой, то есть, и так далее. Но его красиво поставили. То есть, как только президент... Он, ну, вы помните, он это объяснил так, без попутал. Если вы читали такой комментарий, читали, да? Но вы сейчас уходите вот от вопроса, который я вам сформулировала так. Россия тоже должна знать, знаете, с кем общаться, на кого ставить. Да, и сегодня, позиция меняется, да. Сегодня, слава богу, позиция меняется. Потому что вот на Украине, ведь это же тоже определенный жизненный опыт, да? Вот Россия помогала всем. И Тимошенко, и Ющенко, и Януковичу, да? То есть и все не продавали нас ровно в ту секунду, как приходили к той или иной власти, да? Сегодня Россия должна ставить очень четко на свои интересы, то есть поддерживать тех, кто поддерживает целенаправленно ее, рассказывать электорату тех государств о том, что вот мы ставим на это, да, ведь в том числе и в Молдавии, вы заметите, все на выборы идут с российским флагом, даже прорумынские партии. Я вот когда читал эти... Что вы имеете в виду? Ну, о том, что все должны дружить с Россией. То есть о том, что вот как у вас идут выборы, то есть русская карта, она всегда разыгрывается. Да? Она разыгрывается, но у нас с разными флагами идут на выборы. У нас общество поляризовано, знаете? Да, общество поляризовано, но я читал даже вот румынские агитматериалы, да, в которых написано о том, что дружить с Россией надо. Мы совершенно не отрицаем дружбу с Россией. Вопрос, на каких условиях мы будем дружить с Россией. Ну, конечно, наша партия ни в коем случае там не собирается разрывать отношения. Наоборот, мы должны там чуть ли не с позиции силы как-то строить отношения с Россией. Но российская карта присутствует в агитматериалах всех политических сил Молдовы. Хуже всего ее разрывают, прежде всего, это коммунисты, да, то есть коммунисты, которые столько раз предали сегодня Россию, да, они постоянно несут на карте эти лозунги. То есть у них там на
написано, что они за евроинтеграцию, да, но на выборах они лучшие друзья России. Я имею в виду, рассказывая это молдавским избирателям. Ну да, да. А вот, да, и Россия здесь, наверное, надо быть жестче, да, то есть в объяснении своей позиции, да, то есть и более прямолинейной. А вот такой вот сегодня поддержка, я имею в виду психологическая поддержка, да, то есть мы не можем вмешиваться в суверенитет другого государства Дадона, да, и я знаю, что сегодня с Дадоном хотят выстраивать отношения больше, чем к молдавским правительствам в Москве, потому что считают социалистическую партию вменяемой силой, с которой можно вменяемо разговаривать и не ожидать предательства своих интересов, то есть, да, то есть вот, за стол переговоров. Вот. И если сегодня вот подобный опыт есть желание в России распространить и в другие государства, да, то есть о том, что надо поддерживать тех, кто действительно идет нам навстречу, а не пытаться как бы втихаря, вот как, допустим, поддержка тоже Тимошенко, да, ну, то есть она столько сделала России добрых дел, да, то есть, а мы ее всегда Газпромом финансировали, ее избирательные кампании, да. Вот лично мне это совершенно непонятно, то есть, вот, ну, это фактически свершившийся вас фактор. Можно заподозрить, вот вы говорите, да, то есть из ваших слов следует, что на сегодняшний день Дадон, да, тот политик, значит, которого в России принимают и с которым готовы вести переговоры, да. Вы друзья. Да, мы друзья. Вы друзья. Я пролистала ваш Facebook и поняла, что вы не просто друзья, вы очень близкие друзья, потому что там половина фотографий, значит, или о нем, или о Молдове. Вы вообще, по-моему, уже большой друг Молдовы. Да, и как-то вы там даже написали, что один из нас, значит, станет президентом Молдовы. Ну, подписали одну фотографию, было несложно догадаться, поскольку там один гражданин Молдовы был, собственно, да, Игорь Николаевич. То вы считаете, что он станет президентом? Вы уверены в этом? Смотрите, вы его шансы расцениваете? Я расцениваю его шансы. Во-первых, я с Игорем, мы не так давно друзья, да, встретились, я прилетел сюда как депутат на мероприятие партии социалистов. Я летел, я вам хочу сказать, с полным пониманием, меня отправили в командировку в Госдуму, я летел в какой-то вражеский стан, в какую-то вражескую Молдавию выступать на каком-то митинге. Да, то есть это был эксперимент отправить какого-то депутата и посмотреть. А на чьем митинге? На партии социалистов. А, то есть, партия. То есть вы все равно считали, что это вражеская партия? Мы ничего не знали, то есть я вам серьезно говорю. Да, то есть и даже мои друзья в Государственной Думе улыбались, ну посмотрим, говорит, с какими тумаками ты оттуда вернешься из Молдовы. То есть вот. И это вот, понимаете, на войне Приднестровья и Молдавии, да, то есть вот, а наша до сих пор их этой войны осталась, да, то в принципе, так как россияне психологически находятся на стороне Приднестровья, да, вот, да, то образ Молдавии, то есть создан, так сказать, в России, именно сегодня Дадонова разрушает как образ одного из врагов. Да? Ну, не то, что врагов, но вот как Эстония, Литва, да, то есть образ того государства. Да, да? Я видела рейтинги, там враждебно настроены к России страны, и там Молдова в верхней части списка, конечно, прям да, скажем. Потому что да, ваши европарламентарии всегда голосуют против России, да, там, ну и так далее, и так далее. В Совете Европы, вы да, в Совете Европы, да, то есть, ну, европарламентарии, да. Поэтому, конечно, это было так, да, и я был удивлен, увидев такое количество людей на улице Кишинева, потому что тогда был марш, по-моему, 20 тысяч человек. Первый, я был удивлен этой партией. Как профессиональный политтехнолог, я вам хочу сказать, что это очень мощная структурированная организация, да, и социалистическая партия, ну, она даже по своей структурированности больше, чем Молдавия. То есть для маленькой Молдавии иметь такую организованную партию, да, то есть такого опытного лидера, это очень много. Поэтому я думаю, что в маленькой Молдавии не рождается двух Дадонов. Да, и сказать о том, что станет он президентом или нет, я думаю, невозможно. То есть он станет им, потому что я не вижу второго такого лидера, такого быстро растущего. Да, то есть человек, он президент вашей шахматной ассоциации, он великолепный шахматист, он великолепный политик. То есть он очень грамотно расставляет вот все точки над «и». То есть вот как политтехнолог я ему всегда, то есть общение с ним для меня это, вы знаете, вот как упоение, потому что вот настолько человек правильно действует, настолько объединяет вокруг себя людей, объединяет, заметьте, да, то есть вот социалистическая партия не у власти, да, но не выбили ни одного из депутатов. То есть, да, то есть все находятся рядами вокруг Дадона. И притом партия продолжает наращивать свои ряды, я имею в виду, как ну, со всех, от стороны, от предпринимателей до людей. То есть и партия постоянно движется вперед, это его талант. Вот. Если второй такой талантливый политик в Молдове, боюсь, что нет. И возможно, знаете, тут как? Что... Тут важен еще момент, у нас как говорят, важно, кто считает.
Но я по-другому сформулирую все-таки вопрос. А дадут? Будет битва. Вот стать, да, президентом, потому что вы же прекрасно понимаете, что у нас любые выборы геополитические. Да. Да, и есть у нас, значит, кандидаты, которых, вы говорите, морально поддерживают Россию, но и будут кандидаты, которые поддерживают Штаты, да, и Европу. И будет очень жестко, да, поддерживать. И будет очень, и очень жестко будет поддерживать. А сейчас все институты власти, в том числе Центральная избирательная комиссия, вы понимаете, да? Да, значит, ну, смотрите, под кем они? Никто же не может сломить желание людей, да, то есть, да, могут они у вас украсть 5-10%, да, то есть, вот, ну, тут Молдавии в том числе надо определиться, да, понятно, что это и огромная работа самой партии, да, ребят, ну, вы хотите жить богаче? Я вам как политтехнологу должна сказать одну вещь, у нас замечательно другие, значит, пользуются другими инструментами. У нас самый главный, значит, инструмент фальсификации – это избирательные списки. Вот недавно у нас опубликовали, у нас получилось, что у нас избиратели больше, чем жители. Вот как-то так. Вот, я понимаю, что все это будет, но вы знаете, если народ не захочет, он не захочет, да? Вот вопрос прозрения, да, то есть вопрос, что сегодня, допустим, есть сила в виде социалистической партии, которая разъясняет, с огромным бедой, что вот на Украине такой силы сегодня нет, она задавлена, да, которая бы объясняла, что происходит. Допустим, вот сейчас новейший совершенно в политтехнологиях термин, да, короткого ожидания. То есть они уже не знают, что обещать украинскому народу, потому что он стал одним из самых бедных в мире. И ему делают короткие ожидания. Вы знаете, вот наступит осень через 2 месяца, и будет хорошо потому-то, потому-то, потому-то. Потом хорошо не наступает, но они выдают новые обещания. Притом время новых обещаний начинает сушаться. То есть если раньше было, вот победим на Донбассе, вот сделаем то, вот сделаем это, вот изберем президента, и станет хорошо, да? То сегодня уже короткие обещания, уже было 3 месяца, сегодня сжимаются до 2. То есть через 2 месяца это обещание начинает уже уходить. Никто никогда не думал, что вот неисполнение вот этих обещаний, ну, как бы обычно, приводит к какому-то госперевороту и так далее. Здесь не приводит. Через 2 месяца выдаются новые обещания, но количество времени этих обещаний сжимается. То есть все меньше, меньше, меньше. Но вот сегодня в Украине они говорят о том, что цикл 2 месяца. Да? Через 2 месяца украинское правительство совершенно новые вещи обещает своему народу. И это как-то прокатывает. То есть это как-то прокатывает, и через 2 месяца надо как бы придумать новое. Работают американские политтехнологи, да. Вот, да? Они сами не знают, куда это все заведет. То есть готов ли 50-миллионный там, или 45-миллионный, мы не знаем, сколько сегодня людей живет на Украине, народ Украины жить совершенно нищим в центре Европы, да, и с этим согласиться. То есть, но пока, ну, в принципе, получается. Ну, народ платит пока единственное рейтингами. Насколько я вижу, рейтинг президента, он, ну, с одной стороны, в свободном падении, близком к нулю, но это же, понимаете, не мешает американцам контролировать. То есть да, что, придет, да, соглашусь. Ну, какая им разница, Порошенко будет там или Сидоров какой-нибудь, да, то есть вот это же от перемены мест слагаемых для американцев ничего не меняется. Вы знаете, у нас, когда сравнивают Молдову и Украину, говорят, ну вот у вас получше, чем на Украине. Вы знаете, сейчас я готова поспорить с этим. В каком отношении? У меня вот такое впечатление, что я не знала, что должно случиться, чтобы Молдова перестала быть вот этим буфером, знаете, где смыкаются геополитические интересы. И мы все вот с большим напряжением следим за этим, потому что, например, вот получили новость о том, что Румынию стали, значит, переправлять из Турции, да, значит, ядерное оружие, и не опровергают ведь Пентагон официально эту информацию. То есть, ну, такое впечатление, знаете, что вот здесь как будто круг у нас сжимается. И вот именно Молдова попала вот на стык. Вы знаете, именно вот этих интересов. Это страшно. Очень хорошо говорил о геополитике. Во-первых, сжимается не только вокруг Молдовы, да, сжимается вокруг всех государств, да, там тот же Казахстан пытаются расшатать цветными революциями, да. Вопрос в том, что как ваше руководство будет отстаивать ваши интересы, да. Вот мне очень понравилась позиция Назарбаева, который сказал, у нас нету слова «или». Вот у вас же сейчас что, да, то есть вы сегодня дружите с Европой в ущерб всей экономике Молдавии, да? Да. То есть вот вас поставили без выбора, да, то есть вот, Назарбаев сказал, у нас позиция «и», мы дружим и с Россией, и с Китаем, и если надо, мы дружим с Америкой, то есть мы дружим в интересах Казахстана. А вам на это молдавская власть ответит так, ну что вы смотрите как, мы
Да, у нас есть соглашение об ассоциации. Но что мы только не делали для того, чтобы наладить отношения с Россией. Подождите. Рогозин приезжал. Рогозин? Межправкомиссия у нас. Рогозина вы встречали, да, и заседала. Откидывали его там яблоками в аэропорту, да? То есть, ну, не, вот, не, ну, не яблоками, но провокацию устраивали в аэропорту, я их лично видел. Да, да, то есть, ну, то есть были это как минимум очень некрасиво. Да, то есть, ну, хорошо, вы такое, приехали да. просить и сами же выставили, да, этих людей. Притом, знаете, мне очень понравилось тогда молдавские представители, которые встречали Рогозина, да, угу. они лебезали возле трапа и за малым не целовали ему ботинки. Да, то есть вот, молдавская сторона, которая его встречала. Да, то есть, вот, а с другой стороны, тут же рассевшись кортеж, стоял вот этот вот там какой-то митинг, пикет о том, что вот Россия, там вот вам наши там яблоки, там так далее, вы негодяи. Mm-hmm. Стоял Рогозин, разнаряженный такой вот российского там солдата времен, так сказать, фильма Шварценеггера. Да, то есть вот, ребят, ну вы как-то уж определитесь, уж если вы так встречаете любезно, да, то есть на личностном уровне, да, получается, что сами-то лично, вы очень заискивающе себя ведете, я имею в виду те чиновники, которые его встречали, да, вот. А народу Молдавии вы показываете совершенно другую картинку, да, то есть, что вот, смотрите, мы Рогозина встретили, там, супер пикет, потому что все камеры там показывали прежде всего вот этот вот пикет, да, то есть такая... А Рогозин обиделся, вы так говорите, как будто вы с ним переговорили просто. Нет, ну, я был просто в этой делегации, да, то есть, нет, я Дмитрий Олегович не говорил... Ну, хорошее чувство юмора, он недавно, по-моему, я не думаю, что он обиделся. Видели, где он там военнослужащих там в туфлях. То есть я поняла, что у него хорошее чувство юмора. Нет, да. У Дмитрия Олеговича прекрасное чувство юмора. Но просто в Молдавии надо определиться. Ведь смотрите, мы же покупаем ваши яблоки, мы согласны. Да, то есть, но только на условии, как польские яблочки. Вот понимаете, если мы ваши друзья. Да? Вы же что делаете? Вы хотите продавать нам свои яблоки без таможенной пошлины. Да? То есть, да, ребят, да? Ну, мы говорим о том, что мы идем в Европу, открываем себе европейские рынки, да? Но в Россию мы хотим продавать без таможенной пошлины. Во-первых, существует реально огромная угроза, что через Молдавию пойдет европейский товар. Второй момент, да? Ребят, ну тогда конкурируйте с польскими яблоками. Вы же гордая Молдавия. То есть вы хотите, получается, что такое не платить таможенные пошлины на поставку сельхозпродукции к нам в Россию? Да? То есть мы с тем же успехом можем есть и польские яблоки, да? Только с этих польских яблок мы платим зарплату учителям, врачам, да, то есть получаем огромные поступления в налоговый, в бюджет, ну, я имею в виду таможенные поступления, да, вот, почему мы должны есть молдавские яблоки и отказывать в зарплате своим учителям и врачам? Ради чего такого? Поэтому на одном уровне с господами поляками, пожалуйста, платите, вы же ведь не просите, мы же не запрещаем поставлять яблоки. Мы говорим, платите пошлины. Они говорят, ну тогда яблоки слишком дорогие становятся и неконкурентоспособными. То есть Молдавия не может произвести яблоки по цене польских яблок. То есть получается сельское хозяйство Польши, ну, на уровень более высокотехнологично, да, то есть гораздо ниже себестоимости, полякам выгодно. Вы не можете с ними войти в конкуренцию. Да? Поэтому если мы готовы покупать ваши яблоки без таможенных пошлин, то это фактически инвестиция в вас, да, то есть там сотен миллионов долларов. Что было с Украиной? Вот Украине, да, американцы им дали 5 миллиардов долларов на демократию, а фактически на разрушение Украины и на антироссийскую пропаганду, да, а Россия потратила за это время почти 200, там 100 с лишним, ну я вот честно сказать, потому что это разные подсчеты есть, угу. на поддержку Украины. В том числе вот этими таможенными пошлинами. Границы России-то были открыты, и Украина везла нам всю эту сельхозпродукцию и так далее, не платя эти таможенные пошлины. Хотя мы могли их покупать у Израиля, у Турции, которые платят в полном объеме эту таможенную больше, у Польши. Да? Но мы покупали эту Украину, обворовывая свою экономику. Да? То есть вот зачем мы это делали? Мы помогали таким макарам нашим друзьям. Друзья нам ответили тем, чем ответили. Да? Я вас слушаю и понимаю, что ваш ответ на вопрос, верите ли вы вот, возможность улучшения при нынешней власти молдороссийских отношений, он как-то таков нет. Нет, конечно нет. То есть вы не верите, что эта власть способна а эта власть тоже, что кардинально подойти и изменить. Она же смотрит туда, изменить, да? То есть, да, если бы эта власть смотрела бы в стороны интересов молдавского народа, да, то mm-hmm. вы бы не спешили ни в какую Европу. Да? Во-первых, вас туда не возьмут, вы слишком бедные и нищие, то есть там сегодня уже большие проблемы со всеми нищими я членами. Я вам скажу так, нам уже, по-моему, никто и не обещает. Уже так тоже риторика у нас несколько изменилась. Ну, вы вошли в этот договор и потеряли возможность доставлять свои продукты в России без таможенных пошлин. То есть у нас страны СНГ, то есть все страны СНГ имеют такое преимущество. То есть вы фактически разорвали этот договор. Разорвить?
разорвите договор с Евросоюзом, да, и оставайтесь, вы члены СНГ, да, и, пожалуйста, поставляйте свои продукты в Россию. Притом, ну, молдавское вино будут пить в России, но не в Италии его будут пить, и не во Франции его будут пить. Я вам хочу сказать, что в Италии даже французского вина не пьют. В Италии пьют итальянское вино, а в Германии очень много пьют немецкого вина. Конечно, вы можете в магазинах купить вина других государств, но это очень крайняя редкость. То есть я вот сколько там бывал, хоть в Италии, хоть во Франции, но попробуйте во Франции попросить итальянского или испанского, но на вас просто удивятся и скажут, или попросите молдавского, да, то есть, ну, вообще всех ведете в шок. Ну, коллекционеры там, может быть, кто-то еще купит, да. Вот мы сейчас посмотрели, мы были у вас на заводе, и я спрашивал, сколько стоит бутылка хорошего вина. Вот угощали хорошим вином, да, и вот бутылка самого хорошего вина стоит 6 евро. Бутылка самого хорошего вина в России не стоит меньше 20 евро. Да, то есть вот такой разлет цены. Да? И я думаю, что Россия скучает по молдавскому вину. То есть российский потребитель, я имею в виду. Да? Вот. И я думаю, что вот те 14 евро, которые реально гуляют вот между вот этой бутылкой и российским рынком, да, то есть это то, где бы всем хватило, и таможенным пошлинам, и акцизам, и так далее. И мы могли спокойно бы за 10-12 евро продавать молдавскую бутылку вина в России. А я думаю, она обошла великолепно. Просто великолепно. И российский рынок до сих пор открыт, тем более сегодня санкции. Для европейского рынка, то есть они очень осложнены, я имею в виду для французского, итальянского, испанского вина. То есть мы ждем ваше вино, да, то есть, ну, давайте по дружбе, да, то есть... Ну вот, да, пытаются вроде бы представители власти говорить, я имею в виду, из стороны Молдовы. Я думаю, что Дадон откроет рынки очень быстро российские. Притом Дадону сегодня как? Уже у даются... Знаете, говорят так, я понимаю, что у вас ожидания от президентства, но у нас это более длительный процесс, потому что у президента не такие полномочия, да, как у президента России. Я затруднюсь сейчас вам сказать, у нас какой строй, да, парламентская республика или полупарламентская, или, в общем, это сложная такая, на сегодняшний день спорят у нас все юристы на этот счет. Но, тем не менее, нужно приходить к власти для того, чтобы решать проблемы экономического вот такого характера. Я уверен, что Россия авансом поддержит Дадона, если он станет президентом. Что значит аванс? Ну, мы понимаем, что президент не будет главой государства, да, то есть у вас главой государства все-таки де-факто премьер, да, то есть и победившая партия на выборах, да. Да, но Россия же тоже должна делать шаги, да, то есть и показывать о том, что с вот этим человеком мы хотим дружить, да, то есть, и я думаю, что Россия однозначно, если Дадон станет президентом, сделает шаги в убыток себе, да, навстречу молдавскому президенту. То есть вот это точно будет так, и у меня в этом нет никаких сомнений. Какие они будут, более большие или более маленькие, да, ну, и это будут прежде всего серьезные шаги, а шаги могут быть одни, то есть открытие рынка. Да, то есть, я понимаю, что для наших фермеров, ну, для них это особенно, знаете, жизненно важно. У нас вообще прошлой осенью катастрофа была, когда им нечем было платить кредиты. Знаете, да, то есть раз все это вошло в силу. Мне рассказывал ваш один фермер, который поехал продавать сливу в Европу. То есть сказать, что у него летела пена изо рта, это ничего не сказать. Он говорит, когда вот мы, получается, в Россию не можем, у меня куча сливы. И говорит, ну что ж, я сам не продам свою сливу. И, значит, он сел на фуру, нагрузил эту сливу и поехал в Евросоюз. Его остановили на первой таможне. Он говорит, ну, я сливу продать. Ему говорят, хорошо, дайте документы, сертификация, как ваша слива вышла, потому что молдавское сельское хозяйство никак не сертифицировано под Евросоюз. Да? Он говорит, ну, у меня нету ничего всего этого дела. Да? Он говорит, ну, так ехать как бы обратно. Они говорят, нет, ваша слива, она очень опасна, то есть у вас нету никаких на нее документов. Надо поэтому, уничтожить. Да, ее надо только уничтожить, да. Но вы за это должны заплатить 5000 евро. Ему выписали 5000 евро за уничтожение его сливы, да, то есть вот, да, и вот представьте, в каком состоянии он вернулся обратно в Молдавию. Без сливы. Грустную историю вы сейчас рассказываете. Я сейчас не менее грустный вопрос вам задам, но мне интересен ваш ответ. Программа выйдет в эфир, когда у нас будут Дни независимости, да, 27 августа Молдова, значит, празднует свой день рождения, День независимости. Поздравляю вас с этим. Вот, да, у нас сейчас такая дискуссия в обществе. Одни считают, что мы не состоялись как независимое государство. Другие говорят, что все-таки, ну, куда бедно скрипим, но как-то вот мы показали, знаете, за 25 лет, что и сами как-то можем. А вы с кем?
Вот, вы знаете, как, ну, во-первых, конечно, я полностью поддерживаю вашу независимость, да? А вот, а то, что вы еще пока не состоялись как государство, это совершенно очевидно, да, потому что государство состоится тогда, когда ваш народ будет сыт, доволен, процветать и так далее. Пока за время независимости вы стали в 5 раз беднее россиянина, да, то есть если мы будем сравнивать со странами СНГ, да, то все страны СНГ фактически, да, то есть вот пошел обратный отчет. Если, допустим, молдаване были в Советском Союзе, жили на 30% лучше россиян, да, вот, а не поверите, латвийцы, эстонцы в 3 раза жили лучше россиян, да, они сегодня хвастаются, что они там, кто-то там на 5, кто-то на 10% там живет лучше россиян, да, то есть, ну, только это уже не в 3 раза, да, и тенденции, вот эти столбики идут в разные стороны, и ту же Литву и Эстонию покидают молодежь, никак не развивается промышленность, да, они сначала кинулись там в дешевые кредиты капитального строительства и понакупили себе там 100-метровые квартиры там под 2%, да, а потом выяснилось, что коммуналочка-то стоит от 1000 евро под такую квартиру, да, и там, допустим, сейчас идет большой бум сбрасывания этой недвижимости, то есть люди совершенно не понимают, а как платить такие коммунальные платежи, потому что газ дорого, вода дорого, все очень дорого, да, то есть оказалось, что коммунальные платежи, и все теперь хотят переехать в маленькую комнатушку, и вот такая огромная квартира им не нужна. Когда ваше население будет богато, когда оно будет счастливым, когда ваши фермеры будут гордиться своим производством и будут его продавать. Можете ли вы состояться, я имею в виду с точки зрения экономики, без рынка России? Боюсь, что нет. Ну, я не вижу никаких предпосылок, как могут ваши продукции продаваться в Европе, потому что у них своей продукции очень много. Конкурирующее ли сегодня сельское хозяйство Молдавии с Европой? Нет. Даже если вы его построите, эти государства тоже все не лыком шиты, они будут защищаться от ваших продуктов, потому что у них своих хватает. Да? У них там, ну, достаточно много механизмов, которые защищают собственных фермеров, экономики и так далее. И что маленькая Молдавия сможет прорваться на рынке, ну, боюсь, что нет. Вот, мы верой одной, да, то есть ведь они вас тоже ненавидят, вот, они не хотят вас видеть как молдаван, то есть, да, они хотят вас видеть как румын, ну и саму Румынию хотят поглотить, растереть ее, да, то есть стереть национальные границы, да, ведь Румыния тоже далеко не самое богатое государство Евросоюза. Да, прям скажем. Да, поэтому тут как бы она многоходовочка, то есть Молдавию в Румынию, а Румынию растворить в Евросоюзе, да, то есть, вот, ну, тут у каждого свой выбор, то есть, вот, национальной идентичности, я, да, вот, для меня это вообще непонятно. Вот. Я не молдаванин, да? Вот. И что получается? Да? Вот вы молдаване, да, то есть детей учите на румынском языке, да, то есть написано, да. Говорят, да, 2 очень идентичных языка, там, да, почти там 100% совпадение этих языков, да. Но вы знаете, вы можете, ведь почему-то в Румынии не пишут, что они учат молдавский язык. Да, то есть уж вы тут определитесь, да, кто здесь и кто. Если в вашей конституции написано о том, что вы молдаване... У нас есть конституционный суд, который поставил декларацию о суверенитете выше конституции. Ну, такого, я не знаю, если вы об этом не знали, но тем не менее. Вот. Нет, я знал, допустим, так. Когда я был в парламенте Молдовы по приглашению партии социалистов, нас встречал чиновник парламента из аппарата, какой-то очень высокопоставленный, и он проводил нам экскурсию по парламенту. Для меня это было, ну, вот, опять же, да, то есть, ну, национальная гордость за русского, да, а вот здесь была национальная гордость за молдаван. То есть, вот, не дай бог, к нам такое придет. Когда он стоит на фоне флага Молдавии, на фоне герба Молдавии, на входе, вот внутрь, вот так вот, первым только зашли, да, и он произносит нам такую фразу, да, то есть говорит, вы находитесь в парламенте Молдавии, мы здесь говорим, весь делаем документооборот на румынском языке. Я ему говорю, подождите, я то прошу вас это повторить. Вас захотели спровоцировать просто. Нет, я говорю, я прошу вас повторить. То есть, говорю, вы, и при том я ему говорю, вы стоите за вашей спиной, герб, флаг Молдавии, скажите, на каком языке вы говорите и ведете документооборот парламента Молдавии, да, то есть он говорит на румынском языке. Видно, что у него аж челюсти затряслись, да, то есть вот на такой вопрос с моей стороны. Но я не знаю, до какой степени можно убивать национальную идентичность народа, да, чтобы вот как бы уже вот так, да, то есть вот, ну, это сегодня происходит и на Украине, да. Ну, это во многих странах происходит, знаете, я вот заметила в России, я немножечко тему так продолжу, я вот заметила в России, смотрите, накануне даты очередной годовщины, 25 лет, по-моему, путчу тоже, да? Да, конечно. Я заметила все-таки несколько иные трактовки уже этого события. Я даже сейчас не говорю о позиции Владимира Вольфовича Жириновского, который открыто сказал, что он был единственный политик, который поддержал прямо путчистов, он заявил об этом.
просто сейчас люди стали как-то более ностальгично, что ли, говорить, что ну, это была последняя попытка сохранить СССР. Да. Вот вы как это прокомментируете? Это действительно так. В России сейчас, и не только в России, это сегодня заметно и в Молдавии, и в Таджикистане, да, и в Узбекистане, и так далее. Это вот огромная ностальгия, что все мы все натворили, что в общем доме нам всем жилось значительно лучше. Это правда так. И знаете, ведь в 90-х, получается, были у нас надежды, что мы каждый сам по себе со многим справимся, да? Угу. Вот, да, сегодня пришло разочарование, но еще не ушло то поколение, которое помнит, как было как тогда. Как это было, да. Да, да, вот. И вот эта ностальгия, да, то есть вот время хищнического накопления капиталов, наверное, прошло уже. Подросли те люди, которые все-таки стали задумываться о том, что, о чем мы натворили, да? Это я вот был сейчас наблюдателем на выборах в Таджикистане и общался, угу, со многими элитами Таджикистана, кому как раз вот 50, вот там 50 и старше, да, с огромной ностальгией люди смотрят на СССР. У нас тоже по опросам люди тоскуют по тем временам. Вот. Да, да, и они понимают, что идут новые вызовы, у каждого свои. У Таджикистана, допустим, идет Китай, то есть они этого боятся, то есть они боятся это психологически, да, то есть и они, ну, как бы очень настороженно к этому относятся, там попытки продажи таджикских земель, допустим, китайским предпринимателям и так далее, но Китай просто ломится в Таджикистан, то есть там, да, он не просто идет, он действительно ломится туда всеми методами. Маленький Таджикистан не может серьезно противостоять, серьезно противостоять всему этому, да, вот, в современном мире. И элиты, конечно, чуют, что натворили. И они прекрасно понимают, что таджикский народ может очень легко раствориться в китайском народе, да, и когда в Советском Союзе мы берегли все эти наши братские республики, да, вот с какой нежностью относились, посмотрите только ВДНХ, да, посмотрите, ну, вообще все, вот, что было, да, в Советском Союзе все эти республики лелеяли и берегли, и даже вот сказать о том, что из 3 рублей, зарабатываемых в России, рубль шел на поддержание республик. Да, то есть, и самое главное, именно поэтому республики отделились, потому что говорили, а что там с нищими русскими? У нас тогда в республиках все богато. А богато в республиках было как раз то, что из 3 рублей, зарабатываемых в России, рубль шел на поддержание всех республик вокруг. Ну да, я согласна с вами, совсем другие были условия, вот, да, то есть... цифры и все. Знаете, вот сейчас находимся как раз в том периоде, когда во всех важнейших стратегических центрах, которые как-то могут повлиять на судьбу Молдовы, выборы. Я так себе подумала, ну смотрите, у нас, понятно, выборы президента, в России выборы в Госдуму, в Соединенных Штатах выборы президента, в Приднестровье, там тоже выборы. То есть как вы думаете, вот способны ли какие-то изменения в результате этих выборов, которые повлекут за собой перемены? После всех выборов, конечно, идут изменения, да, то есть я думаю, да, что в российском так, парламенте... по крайней мере, думают. Да, в российском парламенте я не думаю, что будут очень серьезные изменения, потому что, если вы заметили, все российские, я сюда прилетал не с одной делегацией депутатов, мы были здесь и с единороссами, и с коммунистами, и с представителями ЛДПР, российские партии, на удивление, оказались едины в международной политике. Да, это правда. Я помню, как единогласно голосовал Совет Федерации за разрешение, за придание президенту полномочий, применять силу. Вот. И вот это в том числе и наши делегации, которые приезжали сюда, да, то есть все поражались, да, почему, то есть вот, и этому поразился даже президент. То есть потому что проверка для всех партий была по вопросу Крыма, да? То есть вот, когда все это случилось. Судя по всему, прошли. Судя по всему, прошли и Жириновский, и Мирон, и Зюганов. Нет, я имею в виду о том, что все встали на сторону пророссийскую, да, то есть вот в данной ситуации, то есть ни одна из партий не пошла, я имею в виду из парламентских партий, ни одна из партий не стала на другой стороне играть, да. Поэтому в международной политике россияне очень едины, это о многом говорит. То есть мы объединяемся вокруг президента. Ну, это было неожиданно, насколько я понимаю, даже для президента. То есть он не ожидал, что все 4 партии вот так вот грудью встанут по вопросу Украины, по вопросу Крыма. То есть и не только партии, ведь в партиях есть и депутаты, которые достаточно вольны, в принципе, ну, в своих высказываниях и так далее. И фактически никто, ну там, наверное, за исключением 1 или 2 человек, да, то есть, ну, не высказывался. Ну да, это была только вне парламентская оппозиция, ваши любимые либералы. Наши любимые либералы, да, которые мы все очень сильно любим. Которых вы любите, да. И не все сидят в американском посольстве. Вот у нас ведь проблема не в том, что я не против либеральных партий на самом деле, да, я против того, что все эти либеральные партии почему-то все идут из американского посольства. Я думаю, что в России, если бы появилась либеральная партия, которая бы преследовала интересы России, она бы набрала.
и набрала бы, наверное, там, ну, свои 15-20% в обществе бы набрала. Но вот это вот бегание в американское посольство... У вас тоже не по доктринам, знаете, у нас тоже, у нас партия недели по доктринам, у вас тоже. У нас время вышло. Интересно, мне кажется, у нас с вами получилась беседа. Мне всегда интересен взгляд извне. Знаете, мы тут варимся в своем болоте. Как-то интересно, как люди со стороны видят, что у нас происходит, как у нас происходит, и главное, какие выходы. Всегда желаю своим гостям, насчет чего-то вам, вот, уверена, то, что вам необходимо. Я желаю вам победы на выборах, потому что я знаю, вы баллотируетесь не только от партии, но и как независимый, да? Да. Вот. И желаю вам победить Дерябкина. Посмотрим. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.